О нет, ребята, вы только что увидели лицо скромника. Смотрите, он уже начинает беситься, и в скором времени условия содержания будут нарушены. Чтобы его успокоить, нужно успеть поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд. Быстрее, ребята, это сделайте. Он уже практически взбесился. Раз, два, три, четыре, пять! Хей, ребята, всем привет! Ну и снова на Сирена Студио вышла новая анимация «Паровозик Томас против поезда-пожирателя». Вышел новый мультик с очень крутым сюжетом. Всем советую посмотреть. Ссылка находится в описании. Ну и не забудьте подписаться и поставить лайк. Хейушки, ребята, всем привет! С вами снова я, Слайкмаст Дарк и Вадим. И у нас сегодня будет русская рулетка с SCP-объектами в игрушке под названием «Гаррис Мод». Доброго времени суток, друзья! Всем приветик! Вообще, да, ребята, русская рулетка, где один ищет, а двое прячутся. Сегодня мы, ребята, будем по очереди прятаться и искать. И будем мы сегодня, ребят, прятаться в SCP-объектах. У нас уже, друзья, была русская рулетка с предателями Онкас, с предателями сиреноголовыми, с мультяшными котами, псами и мультяшными монстрами, да. Также, ребят, были паровозики Томасы, и вот теперь сегодня SCP-объекты, а именно SCP-100, SCP-087... SCP, не помню, какой-то там. SCP-939 со множеством голосов. SCP-682 неизвимая рептилия. SCP-173 скульптура. SCP-106 старик. SCP-049 чумной доктор. SCP-096 скромник. SCP-173 какой-то там, короче, это, ребят, с 187 и 173. Еще один 939 SCP. Там их, если что, двое. Еще вот, ребят, какой... Короче, много-много-много SCP-шек. Что-то около 12 вроде. Сегодня мы, ребята, будем прятаться и будем пытаться выжить. Но если ты играешь за охотника, который ищет, ты будешь, наоборот, пытаться найти. С вас, друзья, конечно же, много-много лайков. Давайте наберем на этой серии 5000 лайков. И тогда будет больше данной рубрики у меня на канале. И мы, ребята, прямо сейчас же начинаем. Так, ребята, давайте я буду первый искать, а Дарк и Вадим будут прятаться. Ну что, пацаны, готовы? Все, я отвернулся, я смотрю в пол. Давайте. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Кто не спрятался, я не виноват, я уже иду искать. Ребят, понимаете, вот эта маленькая желтая фигнюшка, это тоже SCP-объект. Как он там называется, кто помнит? Ой, никак, Слав, забудь про него лучше. Я так и знал, что либо Вадим, либо Дарк туда сели. Просто, ребята, капец. Вот это везение. Кстати, у нас получается сколько, ребят? Раз, так, два получается, три, четыре, пять, шесть, семь, 12 8. Монстров всего. Шесть попыток, ребят, ого. Еще целых пять попыток у нас. Так, Вадим у нас... Дед Инсайд. Нет, ладно, не старик. Так, давайте еще четверых. Попробуем. Дарк, ты что там в печали? Не расстраивайся. Дарка с первого, ребят, раза угадали, капец. Вот здесь топудяк сидит. Нет. Да капец, а? Серьезно? Блин, ребят, три попыточки. И не там? Серьезно, как? А вот так. Ребят, две попытки. Так, ну обычного 173-го, думаю, вряд ли ты бы сел. Ты, короче, сел, уверен я, либо в паука, либо в какого-нибудь скромника. Да блин, да серьезно. Так, я тебе подсказывать не буду, потому не, что... Не, давай без подсказок, потому что... Нафиг. Я тебя еще убить хочу. Ты мне либо подскажешь, что я, в принципе, легко угадаю, тебя убью, либо лучше не подсказывай. Ребята, у нас всего лишь последняя попытка. Вадим любит смайлики. Блин! А я бешеный шарик! Ах ты ж, блин, этот SCP-087! А, ребята, ну как я вообще мог не угадать, а? Глаз он угадал, а эту штуку не угадал. Ну она не сильно такая примечательная, я бы сказал наоборот. Вообще, ребят, глаза не бросаются. Да, я думаю, что ты прикошен вообще. Хотя на самом деле, именно поэтому. Этот SCP крайне, ребят, опасный. Представьте, такая рожица будет на тебя лететь. Чтобы тебя завалить или съесть. Короче, ладно, ребята. Вадим, раз у нас выжил, я его не смог угадать. На самом деле, кстати, я даже SCP-087 даже не подозревал и близко. Так что ты прям был в сейве в максимальном. Так, теперь, ребята, Дарк ищет, а мы с Вадимом будем прятаться. Так, все, ребята, мы прячемся. Дарк, давай смотри в пол. Все, не подсматривай. Так, в кого бы, ребята, спрятаться? В кого бы. На самом деле, кстати, SCP, ребят, много. Много-много реально появилось.
Может быть, давайте мы спрячемся в какого-нибудь... Давайте в такого, что ли. Хотя нет, слишком пумпаливно. Слишком паливно. Давайте мы, ребят, спрячемся, например... По-моему, это максимально беспаливный будет ACP. Раз, два, три, все. Дарк, ты нас можешь искать. Мы с Вадимом Вадим, уже спрятались. Ты спрятался? Да, конечно, я уже спрятался. Давай, хорошо. Ищи нас. Итак, сейчас будет разнос. Кого бы выбрать, кого бы выбрать. Так, ну я, кстати, знаю одну приколюху. Тут, на самом деле, можно по логике уже идти по какой-то. И, возможно, кто-то из вас решил сесть того же монстра, в котором уже кто-то был. Так, в ком-то нас тот уже был. А в смайлике точно кто-то был. В смайлике и в скромнике никого не было. Кто там еще? Вроде все. А, смайлик, да. А, этот... Ну-ка, давайте смайлик. Маленького монстра? Да ладно. Да капец! Вадим, зачем? Блин! Теперь, ребят, у Дарка целых 5 попыток, чтобы меня найти. Так, хорошо. Где же у нас может Славик быть? Так, может Славик у нас в старом компьютере, знаешь? Не-не-не-не-не, хотя может быть. Ой. Ну давай попробую. Да блин, мне там не было. Так, ладно, думаем. Скромник стоит, постоянно ноет. На нервы действует, я просто убью, чтобы на нервы мне не действовал. Нет, меня там не было. Сколько попыток еще осталось? Еще 3 попытки. А, 3 попытки? Это хорошо. Давай, Дарк, целых 3 попытки. Я уверен, у тебя получится найти меня. Так. Где же может сесть Славик? В принципе, кого угодно мог сесть, на самом деле. Если так подумать. Вот. Ладно. Дарк, время идет, давай. Смысле, 3 попытки. Время идет? Ограничения по таймерам нет. Как есть еще 3 минуты у тебя. То, простите. Давай. Чтоб быстрее шевелился. Так, ну... Тогда убью 3 самых вообще неприметных и непонятных монстра. Вот, правильно, если на всех так смотреть, все-таки, знаешь, цветные, пестрят какой-то, скажем так, жизнью. Вот, а вот эта вот с конфетами штука вообще неприметная. Также вообще неприметная, знаешь, чумной доктор такой серый весь стоит в маске. Блин, угадал, ну как? Да ладно. А я хотел в SCP-939 спрятаться, надо было, ребята, там и оставаться. Получается, да, ребята, нас Дарк дошел, давайте, теперь будет Вадим искать, а мы с Дарком попрячемся. Все, Вадим, давай смотри в землю. Давайте, у вас есть 15 секунд. Мне кажется, он подглядывает, Дарк. Я считаю. Дарк. Может, давай что-нибудь на него сверху, наденем, чтобы он не подглядывал. У меня есть идеечка, сейчас. Давай. А то, ребят, Вадим, наверное, подглядывает, я уверен. О, ребят, другое дело. Так, ну все, друзья, прячемся. Предлагаю я 5, спрятаться. 4, 3, 2, 1. Я успел. Спрятались? Да. Все, я буду искать. Все. Давай. Вадим, ребят, выходит на охоту. Так, что-то у нас. Скульптуры, рептилии, скромник, доктор, смайлик. Так, по какой бы логике пойти? Мне кажется, вот никто не садился в скульптуры. То есть сейчас это достаточно такой неприметный монстр. Поэтому я начну со скульптуры. А, да как? Это невозможно! Капец, друзья, это просто невозможно, а? Так, ладненько, давайте. Смотрим, наблюдаем. Дарк любит пауков, поэтому я убью паука. Капец, он взорвался. Нет, да, это не я. Капец. А если вот это вот? Так, да получается, убил паука и щекоточного монстра. Ну и SCP-173. Да-да, все верно, у меня осталось всего 3 попытки. Три попытки у тебя осталось. Пускай первый из них будет скромник. Нет, не угадал. Не угадал. А может быть вот этот вот чувак? Нет, блин, а? Угадал. Давай, Вадим, давай. Если он сел в смайлик, я буду просто в шоке. Он сидит в рептилиях. Ой, все ничего. Эй, ты чего? Ты офигел, что ли? Рептилия — это не только 682, это еще 939. Вот у тебя 3 возможно, на выбор. Возможно, мне почему-то очень кажется, что он сидит вот в этом черном чуваке, но, знаешь, я все-таки убью рептилию, какой-нибудь из этих 3. Ну давай. И пускай это будет вот это. Нет, я не угадал. А в итоге где Дарк сидел? Ай, капец. В смысле, тоже 173-м? Начал говорить про статус, да. Блин, я хотел, ребят, в эту сесть.
а в итоге сел в обычную. Ну как так, а? Ладно, ребята, раз у нас Дарк выжил, давайте Дарк будет угадывать. Теперь, ребята, снова Дарк будет искать, а давайте мы с Вадимом будем прятаться. Так, ну что? Давай-ка спрячемся хорошо. У вас без шансов. Ты уверен? Да. 10. 9. 8. 7. Блин, ребят, кого бы спрятаться, а? 6. 5. Так, либо давайте в тех, либо 4, в этих. 4. Ты знаешь, Дарк? 2, да. 1. 1,5. Все, мы спрятались. 1 с ниточкой. Ну окей, спрятались так спрятались. Сейчас вам будет всем хана. Никто не спасется. Итак, кого мы сегодня уже только не убивали на самом деле? И скромников, и статуй. Кстати, кто-то мог сесть типа такого, Дарк сел в статую, значит он не тронет. Вот нет, там не было никого. О, пошла вон ту статую, ты меня подвела. Ладно, ну третий раз в эту рожу никто не сядет. Я просто, если это вот сядет, я просто Dead Inside буду, честно говоря. Не стреляй в рожу, пожалуйста. Дарк, у тебя еще целых 5 попыток. Ага, понимаю. Так, ну что можно сделать? Кромник стоит, ноет, он меня опять раздражает. Нет, он прилег поспать. Так. 4 попытки. Хорошо, что Дарк так же, как и я, остановился. Петелик тут сидит, нет. Нет. 3 попытки. Какая-то непонятная мифическая фигня. Нет, 2 попытки. А, ладно, надо думать, иначе не угадаю так вас. Так. На самом деле сложно, да? По какой бы логике пойти? Доктор, нет, доктор уже кто-то был, скульптуры банально. Рептилию, может, кто-то мог сесть. Чего это за чувак вообще? Я по нему, честно говоря, выстрелил на самом деле, но боюсь. Кстати, я же вроде только что рептилию убил перед этой мифической ерундой, да? Ну да. А чего у нас рептилий так много? Ну, пора, наверное, их подчистить. Да, ты пора. Прав. Раз, два. Да в смысле? О, убил Славика. И что, Вадима ты убил, нет, да! Да ладно. Блин, капец, ну как так, ребята, а? Мы вдвоем сели в рептилии в этих, в SCP-939. Убивать, ребят, все. SCP-682 разозлилась. Ай. Вы, ребята, понимаете, да? Дарк нас угадал, причем обоих. Как? Как это вообще произошло? Ладно, ребят, да, вот такая у нас сегодня прикольная серия получилась. Ну, а с вами были я, Слайкмаз, Дарк и Вадим. И вот такая прикольная русская рулеточка с SCP-объектами. Всем, друзья, пока-пока! Всего хорошего, народ! Всем пока-пока!